Ну, обычно говорят, черные коты, когда дорогу перебегают, то какие-то неприятности. Но я с этим не соглашусь, потому что у меня у самой черный кот. И он все время мне приносит удачу. Ну да, есть момент, в который верю. Домовенок, который твой дом оберегает. То есть как бы вот у меня даже есть этот домовенок, который я купила. Вот. И каждый год на Новый год могу сказать, что я ему подкладываю сахар. То есть и он оберегает мой дом. Вы знаете, я верю в мистику. Мне кажется, вот что-то такое неопознанное и неисследованное, наверное, все-таки есть. Но отрицать, что ее нет, я вот тоже не могу. Ну, нет, наверное, гадалок, экстрасенсов точно нет. Наверное, нет. Но чисто сама я верю. Можно. Конечно, что-то неисследованное, наверное, что-то есть. Непонятный человеку, наверное. Я уже теперь ни во что не верю, мальчики. Таро верю. Экстрасенс нет. Нет. Почему? А я ее не видела? Нет, я в это не верю. Я верю в посторонний мир, то, что он существует. Мистику я верю. Да, во что вы верите? Ну, мистику, что люди есть такие. Экстрасенсы. На самом деле, передачу смотрю всегда. Да. И на самом деле так. Бывают дни, наверное, у всех-то. Дни бывают несчастливые. Вот не идет ничего, лучше ничего не делать сразу, потому что бросать и сидеть. А есть такие мой день. Вот что хочешь, все получается. Идешь, это, и все получается. Это много значит. Вот это и верю. Потому что надо верить. Если не будем верить, зачем жить тогда?